Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Повторяю, что две проповеди читать надо. Когда брат Виктор был, считали две. И считать умеют. Вчера брат, он редко бывает переходил с другого села. И считает хорошо, и голос громкий. Все равно не дали считать. Сам он не может взять. Вы сами подумайте, хорошо это или нет. А мы были на службе. Да, были. Псалтырь читали. А вот я посчитаю, Псалом 1, 3 стих. И будет он, как дерево, посажено при потоках вод. Человек сравнивается с деревом при потоке воды. И что? Которое приносит плод свой во время свое. Какое время? Какой плод? Лист которого не вянет. Вообще непонятно. Как так не вянет? Лист везде вянет. И во всем, что не делает, успеет, это вообще непонятно. Почему? Это не разъясняется. А это самый трудный момент. У Иоанна Златоуста 12 томов толкования. Пятый том – это вершина его проповеди, толкования Псалтыри. Притом, первый псалом, сразу третий – то, что сохранилось. Потому что были войны, изымалось из библиотек, уничтожалось, терялось. Вот хотелось остановиться на некоторых моментах. Начинает Давид, человека сравнивать с деревом. Заканчивается 150-й псалом. Дерева перечисляются, да прославляют Господа. Снег и туман, и град, и дождь да славят Господа. А за что? От града-то кто получил пользу? А бывает градины-то не маленькие, не с голубиное яйцо только, но и с гусиное. Так что и ветви ломает, и все. И это все надо знать. Тогда ты успеешь. Вот к священнику подходят. Батюшка, я не знаю, так подождите, мне сейчас некогда. Снова подходит душа, ищет. Знаешь, сестра, мне некогда, я спешу, там вызывает его там причастить, где-то есть. Время нет. А тут написано, все, что не начнет, успеет. Значит, это не обыденные дела, успеет умыться там или сходить. А именно то, что вызывает удивление. Это вы сделали? Да, сделал. А почему? Бог. Листья – это вид. Вид человека. А чего у тебя сумрачный вид? А чего печальный вид? Библия обращает на это внимание. Человек, который не успевает пред Господом, он не радуется. Опять я не успел. Да вот и обязательно вина какая-то есть. Кто-то, но не он. Я батюшкам говорю, собрали священники в епархии, я говорю, вы все до одного не успеваете. Вы никуда-то не успеваете, вы туда не успеваете. А как успевать? А ты сядь, возьми бумагу и по бумаге посмотри, что ты делаешь. А вот надо каждый раз богослужения, заказные, молебны. Так, вот Святая Библия. Покажи, что это заказные, молебны. Она сунула там пятерку, и сама на базар, никого нету. А кому они нужны, эти сорокаусты, заказы? Псалтырь о мертвых. Там ни одного слова нет о мертвых. Это все люди придумали. А вы считаете, я читаю, я православный. Я мертвый, считаю псалтырь. Но я поворачиваю к другому. Люди-то этого не знают. А мы назначили время, в которое будем считать. В каждом определенный час. И мы считаем по 3 часа. Мне пишут. Это православные. На священное писание послушать нету. Нету. На занятиях нету. Ни в городе, ни здесь нету. И человек ничего не замечает. Чем занимаются дети летом? Вот летом дети. Они чем бегают? Самое главное, чтобы где-то не попался. Еврейский ребенок ни один не бегает, повторяю, ни один во всем мире. Я буду называть имена, потому что Писание об этом говорит, Псалтырь. Он перечисляет в одном псалме 12 имен. Исеев, Перезеев, кто погиб где, при каком городе Андоре. Это все необходимо знать. А мы привыкли только так, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного, и бесконечно перебирать. С этим еще надо разобраться. И о чем беседуем мы, взрослые, выходя из храма? Вчера я сказал тема, которая очень тревожная. Имя Божье спрятали. Ни в акафистах, нигде нету имени Божия. И пошли, я плохо слышу.
Как один сказал, вас еще спасает то, что Игнатий в алтарь не заходит. Он бы больше там увидел и сказал. Ты беседовал с митрополитами. Мы говорили о важном деле, а идут беседы только обыкновенные. А когда считаем 28 глава Деяний апостолов, говорит, много спорили с Павлом. И когда ушли, они шли, дорога еще спорили. Вы не дома, но здесь, до дома-то сколько идти? Маленько-то хотя бы. Припомните, о чем говорилось. Видите как, отстояли. Некоторые, только я выхожу сюда, они сразу раз уже уходят. Это отношение ко мне, переносится на Слово Божие. Тут никакие акафисты не помогут. А написано, чтобы преуспевали. Не успевали, а преуспевали. То есть в этом деле мы были первыми. Это слово применяется к хорошим делам и к нехорошим. Я назову несколько мест Писания. Псалом 36-7 стих. Не ревнуй злодеям, преуспевающим в своих делах. А они многое успевают. Назначили где-то заказные убийства. Они делают, живут этим, отравляют. А потом вся страна страдает из-за этого. А почему? А их не научили. Он пробегал. Лев Толстой говорит, 82 года ему, он говорит, половина во мне, что есть, это всемирно известный писатель, классик. Половина, что во мне есть, это я получил до 4-летнего возраста. Да кто из нас это знает? Я до 4-летнего возраста, что я получил? У меня вообще ничего нету. Если Бог тебя не избрал, ничего ты знать не будешь. Мне Бог дал счастье знаться с одним человеком. Он нес обет отцу, ему 6 лет было, а вода разлилась, и когда он шел обратно, его с мостика смыло, и глаза потерял. Он ничего не видел. Этот человек однажды слушал запись на пленке, я беседовал с самым известным священником, в то время отцом Дмитрием Дудко. А живет он в Красноярском крае, город Канск, Георгий Иннокентьевич Лютых. Он слепой, полный белки просто белой и все. И он говорит, а кто это беседует? Ему объяснили. Он говорит, а вот этот, кто со священником? Мы ему сказали, он тут в Барнауле живет. Он прав, а этот не прав. Слепой! Он тут же попросил привести его в Барнаул. Это вообще это ревность. Это желание знать больше. Второй раз его привезли, а дальше он слепой совершенно, до 3 раз еще приезжал. Я его познакомил с отцом Геннадием Фастом. Он поехал. И отец Геннадий Фаст, ныне это доктор богословия, который из сектантов, он все знает, преподаватель бывший в университете. И он говорит, я не мог найти границы его знания этого человека. Я его спрашиваю, дядя Гоша, а как вы это знали? Он говорит, в городе или в ближайшей где-то местности были беседы атеистов. Я всегда там был. Я находил этих людей и участвовал. Слепой. И он находил время, а ты не находишь время. Да, это никто в это не поверит. Слово Божие говорит так. Это Даниила 8.12. Как преуспевают злодеи в злодействе своем. Они думали поставить фильм против Христа. И артисты не соглашаются, они находят их. Половина их уже умерла. Но они сделали, преуспевают в своем деле. А теперь сами страдают и сходят с ума. Неужели рядом никого не было, кто бы мог такое слово сказать, чтобы остановиться? Уже готовый фильм, тогда начинает демонстрация идти, убрать его. Искушение Христа. Первое послание к Коринфянам 15.58. И третье послание евангелиста Иоанна, 2 стих. 1 Фессалоникийцам 4 глава 1, 10 стих. Говорят о том, чтобы мы преуспевали в правде. Правде, то есть самая маленькая неправда тебя должна тронуть. Но я не знал. Ты не знал, я согласен. И батюшка тоже на той стороне был. Ты не знал. Но Бог знал или нет, знал. Почему же тебе на сердце не положил, что это ложь? Притом ложь такая, от которой содрогается все. Как ты мог в это поверить? Руки поднимаешь, в алтаре стоишь. Связи с Богом нет. Вот это трагедия всего нашего общества сегодня. Сказали где-то, так я еще не молился. Неужели такой простой вопрос не ответишь? Нет, я знаю ответ, но надо проверить еще раз. Не случайно ко мне подошли. Не случайно спрашиваете. Я сейчас посмотрю. У мусульман есть такое. Подходит, решил посмеяться над учителем. Учитель, а сколько у лошади ног?
Ученик пришел из школы и говорит, учительница задавала вопрос, и мне поставила тройку. А почему? Я ответил у ней три ноги. А другие, говорят, ответили две ноги. Они лошадь-то не видели, они думают, это птичка какая-то. А он слез, учитель знаменитый, и давай считать, одна нога, два нога, три нога, четыре нога, четыре. Я решил проверить, если ты спрашиваешь, значит, ты что-то заметил не так. Он понял, что он осмеян, а не учитель. Преуспевайте. Если ты не фанатик, не экстремист, тебе делать нечего в храме. Мне пришлось однажды в большом конгрессе участвовать. И люди очень важны, даже лауреат Нобелевской премии Жаре Салперов был. И отвечать на вопросы. Что самое главное для человека? Как настроиться, чтобы успевать все? И ответ один только. А речь шла об экстремизме. Это плохое слово. Сегодня воюют, заказные делают проповеди. Приезжают с милиции, краевой отдел, говорит, нам нужна проповедь об экстремизме. А офицеров ни два, ни три, там 750 с чем-то человек сидят. И я вышел и говорю, поднял Библию, говорю, я экстремист, можете арестовывать. Вы это слово не знаете, что оно означает? Это означает все доводить до совершенства, так что лучше меня никто не должен сделать. Вот, а фанатик? Фанатик не слепой. Это человек от слова фанатос, готовый умереть за то, что он говорит. Многие ли из нас готовы сегодня на это? А которые... Ну, просто пришел, настоял и ушел. Они называются теплые, теплохладные. Ну, я хожу, за стол вроде перекрестил лоб. А Господь говорит, извергну тебя из уст моих. Какие слова? А что такое извергну? А толкование дается, говорит, ты подобен блевотине, которая изо рта извергается, и человека больше ничего не извергается. И поэтому я повернулся к сидящим президиуме и сказал, если вы не экстремисты, вы все блевотина. Передо мной вышел доктор юридических наук Сорокин, и он подтвердил, если не экстремист, это не верующий. Верующий должен до конца стоять на том, как стоял Николай Чудотворец, как стоял Иоанн Златоуст. Ни одной буквы не пропусти в Священном Писании. Считает и с ошибками Священное Писание. Успевайте, преуспевайте в правде, в благочестии. Еще слово-то это надо разъяснить. Я вел занятия 20 почти лет в Алтайском государственном техническом университете. 21 тысяча студентов. И там одна женщина, она преподаватель, кандидат науки, она решила просто провести такую работу. 100 групп. И она 5 лет опросы вела, 3 тысячи студентов. Из них 93% с лишним крещеные, моченые. И только один знает, что такое целомудрие. Один. И это напечатано было. И я этот материал дал, напечатали в церковной газете, а епископ-то был Антоний, не считал. Я ему принес, вот вы явитесь. На 300 моченых, крещеных только один что-то знает. Это не просто брак. Это умышленно день и ночь надо трудиться, людей в ад сталкивать. А я как-то не видал этой статьи. Вот я говорю, владыка Антоний, вы с этим явитесь на суд Божий. Он 41 год умер. Надо быть преуспевающим. И успевать. А не нужно отбросить. Ты не успеваешь. Хоть один раз слово такое сказал. Сядь и запиши, что ты с утра делаешь. Во сколько встаешь, во сколько ложишься. Ложись раньше, а раньше встанешь. Молитва ночная. Когда была последний раз? Ты не забывай, это, вот эта жизнь называется поприще, ристалище, стадион. Многие бегут на ристалище, но один получает награду. Не надо надеяться, что за тебя помолятся, и ты все получишь. Ничего не получишь, если ревности не было. Ревность по Боге. Малые дети, а о чем они рассуждают? Они играют все время. А почему-то у святых написано, такой-то перечисляется, он не любил игры. Я за игры. Пускай играют, там, пинают мяч, что им угодно. Но не забывай, здесь есть главное. Останови. Давайте посудим. Что дальше из этого будет? Сегодня я умру. Мне это надо? Просто умейте выкроить время, а его очень просто. Когда
послал Господь за осленком и говорит, хозяева скажут, зачем берете? Вот сегодня сказать, подошел ты, открываешь машину легковую, заладишь, а ты ответ только одно, как клятва. Он нужен Господу. Господь по-славянски Иегова. Он нужен Иегове. И все руки опустились. Все, бери, пожалуйста. Да у нас хоть какие слова говори, не подействуют, потому что мы не знаем, что главное. Что главное-то? Познать Бога и что ему нужно. В данный момент последний осленок, у него немного было с собой, он водил его. Дверь открыта для благовестия, а благовестие вложил Господь всем. Я разговариваю со священниками. Скажи, почему ты сегодня не говорил проповедь? Да, некогда. А зачем ты считал вот это то, что не нужно 40 раз, Господи, помилуй? В Библии, Господи, помилуй только 2 раза, даже 3 раза нигде нету. Нету. Нас за все осуждают. Вот и когда батюшки нет, считайте, так называемое апостольское служение. Виктор Николаевич написал его. Сократил, он знает службу где-то. Ну, раз обвиняют, я подошел к епископу Евтихию, у батюшки это было в сенях, и показал, владыка, проверьте. Он посмотрел, а что? Ну, вот, у вас все по слову Божие здесь. Ничего нет. То есть никакого, я считаю, это именно за одобрение. Там ничего нет, не добавлено, не убавлено. Ну, короче. И короче, значит, у тебя время больше выгодано. Больше у тебя. Я говорил, чтобы 2 проповеди было. Братья, примите это к сведению. Найдите место в любом месте. Первое, там 3 минуты прошло, после Евангелия, после послания. Так, считай. Считать может любой. Он, нет, это не проповедь. Проповедь в храме говорит хотя бы чтец рукоположенный. Когда мы приходим к Господу, написано, приготовь сердце не к жертве, а к слышанию. В другом месте говорит, не приходи с пустыми руками. То есть и это нужно, и того не надо оставлять. Поговорили со священниками, еще что вы делаете? Ну вот это вот там на священие обойдутся проповедь. А мы сидим не где-то в епархии, сидят благочинные, по благословению архиерея. И ничего нету. И вдруг узнаю, который молчит, боится епископа, уже умер. Отец его внезапно тоже, самый известный протоиерей в Барнауле был, внезапно умирает один и другой. Почему? Какой-то человек, ничего не имеющий, не доедающий, живет дольше. Это ну, там 38-39 лет. Благочинные, повторяю, не знаю. Но только я знаю, что Господь желает, чтобы слово распространялось. И талант рос. Тебе какие последние недели, месяц, какие были откровения, что хотелось с людьми поделиться, сказать? И вот я делюсь тем, что есть. Я буквально болею, что второй проповеди нету. Почему? Они молчат. Ревности нету. Теплохладность. А теплохладность, я сказал, Господь извергает из уст. Хотим мы это или нет? Был бы холоден или горящ. Холоден – это человек, который ревностный, только бы не погибнуть, только не погибнуть, только бы успеть. То есть из-за страха. А другой – это за меня Христос умер, пролил пречистую кровь. Как я обязан Ему? Сколько в моей жизни было опасностей. Вчера мы раскручиваем вот эти пасынки привязываются, которые, это шестерка, это тяжелая проволока. И она как свернулась, я работаю с одним, и он ее выпустил, она ударила, на, может быть, 3 сантиметра выше глаза. Глаз бы вообще сразу выйти. Ударила, сейчас задеть не могу. Череп чуть не проломила. Господи, я стою сегодня. Как бы я сегодня был на службе? Как ты это сделал? Почему она чуть-чуть повыше пошла, а конец развернутый, она бы туда далеко проникла, заржавленная. Ну, и заражение, все, я знаю, оно попало, так он, так и умер. За один день Бога не отблагодарить. Я вижу, человек вроде не расположен, стал говорить, а он, а почему ко мне ни разу не подходишь? А я все думал, что он на меня, оказывается, сделай первый шаг. Ты молись, и Бог будет открывать, поревнуй. Вот некоторые не пришли. Почему не пришли? Я их даже, вот уже месяц, сегодня первое, завтра второе. Мы приехали сюда 3-го. Ну, день остался. За месяц я ни разу не видел. Почему? Заболел ли что-то? Или на кого-то имеет? Того пошли, иди там. Ну, что-то делать надо. Безразличие – это теплохладность. Праведник, что не делает, успеет. Лист его не вянет. То есть, лист – это внешний вид, одеяние и все прочее. То, что внешность. И плод его приносит. А плод какой? Перечисляет здесь. Праведность.
благочестие, вера, любовь, терпение, кротость. Да по каждому слову мы можем и беседовать, и помогать друг другу. А как у тебя с кротостью? Да, тут трудно никак. Вот. То есть кротость бывает безразличие, руки опущены. Это разобрать еще надо. А он кроткий, он безразличный. Он хороший, все, а его нигде нету. Мне очень понравилось однажды выражение в литературке. Андрей Акураев о нем пишет. И он говорит, человек о мусульманах. Религиозно талантливы. Они религиозно талантливы. То есть они все время что-то такое вносят, чтобы продлить молитву. У них пять раз в день намаз называется. Намаз это, у нас тоже можно намазать, помазанный елеем благодати. У нас нету, когда последний раз днем молился? А когда последний раз даже у нас потеряевки, мужчины собрались, мужчины, женщины отдельно собираются. Да вообще нет этого. Нету. Показана самая богатая страна, наверное, Дубаи. И какие у них? Не просто так. У нас храма ни одного нет, как у них туалет устроен. Ну, такие деньги у них там, нефть, морем идет где-то. И вот зашел советский, посмотрел, конца не видно, как стадион. А то как у вас тут крыша-то держится-то? Держится. А почему никого нет? Он посмотрел, говорит, ну, через час у нас намаз будет. И что, люди будут, ну вы зайдите. Я, говорит, захожу, повернуться негде. Одни мужчины. У нас за 2000 лет ни в одном месте, ни в одном селе всех мужчин не собрать. Почему? В уставе это не написано. А если написано, ничего не получится. Они вот такого вот ребенка учат. И показано, сфотографировано, в Москве они вышли, намаз. В Москве сейчас объявите. Сегодня мы благодарим Бога за победу в Великой Отечественной войне. Это общенациональный праздник. К примеру сказать, вы думаете, многие выйдут? Праздник, расслабиться надо, выпить надо, никого нету. Они вышли. Улицы, женщина идет, говорит, я прижалась и не могу пройти на улицах, на широких. 1 200 000. Повторяем, 1 200 000 одних мужчин. Рядом вот такие дети, он отца облака. Поклониться все как один. У нас в армии так не сделают. Они религиозно талантливы. Но перед Богом ценно будет, верили мы в Иисуса Христа. И Господь может показать, посмотрите, люди, которые не христиане, как они ревновали, как они женщин сохраняли. 100% девственности. 100%. Я говорю, хоть где-то нет. Если такое случилось, ее просто нет. Ее просто нет уже. Я беседовал с мулами. Мне не надо туда идти, но я пошел. Слышу о них так много плохого и хорошего. Они умеют только головы резать. Нас упрекали, когда мы на благовестии были. Мы 3 раза были в Чечне. Трудно найти более приветливого общества, как нас там принимали. Женщины с такой радостью фотографируются, у них как-то замминистр или кто. Господь показывает нам, что и там ты найдешь, если будешь искать. Если ты будешь преуспевать в благочестии. Они очень ценят, когда молятся. Во время советской власти мы проезжали через Баку, Азербайджан. Помолиться а где? Негде. Смотрим, какие-то мусульманки разложили свой дастархан, такой коврик. Мы сразу свои одеяла раскинули тут же рядом. И все стали молиться. Реакция была однозначная. Все посмотрели, которые там мусульмане с благоговением перешептываются, милиционер подходит. Никто не подошел. И в дороге мы видели, там они дорогу ремонтируют. Ну, по всей стране и за рубежом они сразу к нам подходили. Подходили. Мы первый раз видим, а вы какой веры? Мы православные. А Аллаха знаете? А вот то. Знаем, слышали, но мы знаем, что Христос умер за нас. Мы начинаем им благовествовать. Я говорю о том, что мы должны выбрать время. Когда на благовестии был последний раз? А что это такое? Это православное. Батюшка, когда ты ходил на благовестие? А вы идите, я из обоза буду помогать. В обозе тоже надо быть. Но и самому надо сходить хотя бы раз отметиться. Нам Господь позволил это сделать. Благодать. Человек сам ничего этого сделать не может. И вид сохранил, листья, и плоды. А плоды по сегодняшний день идут. По сегодняшний день. Мы впервые встретили, впервые, слово впервые. Я уверовал тогда, вы мой духовный отец, я знать еще не знаю. Я говорю, Господи, не явиться бы бесплодным к трону Господа прийти. Хоть одну хотел бы душу, сноп один в руках нести, баптисты поют. Почему у нас не поют? Почему у нас никаких псалмов нету? Чем дома занимаемся?
Они собираются, молодежь, дети. Ко мне пришел священник, это было в шахтах, и говорит: я столько слышал о баптистах, но такого не видел. Меня пригласил их, называется, пастор. Для нас-то он не священник-то. И где-то 300 детей. Как они знают Господа? А у нас тоже воскресная школа идет, они ничего не знают. И он 300 детей увидел в своем городе, когда пригласили. А нам нельзя ходить, нам нельзя молиться. Почему нельзя? Если они «Отче наш» считают, и я буду считать. Если они говорят «Нет Святой Троицы» в молитве или «Отомсти Ему», я не скажу «Аминь». Я не раз участвовал в этих молитвах, и они, слыша, как мы молимся, они стараются подражать. Может, они отдельно по-другому молятся. Я говорю о новых сектах. И я получил от них очень много. И ревность, и песнопение, которое у нас поют после собрания все время. Итак, чтобы нам приносить добрые плоды, нужно вникать в Священное Писание. И расходясь, они беседовали о том, что говорено. Вот вчера я говорил о теме. Ну, можно было, пошли, ну, до дома сказать, а как же так, правда? Имя Господне нигде не известно. Библия 8 раз вспоминает. В оригинале больше 7000 раз. Ну, хотя бы один раз скажи. Я сейчас не знаю, кто. Ну, кто-то из наших, видимо, Марина там написала. И все Иегова. Красота мира, и все Иегова. Дал мне талант отца и мать, и все Иегова. Дети наши поют. Так свидетели Иеговы, там еретики-то, они прям уцепились, а теперь православное имя Божие знают. Знают. Я рассказывал, еще повторю. Пишет одна мне 84 года. 84 года ей. И она вышла на меня, где-то что-то услышала. Живет в Белоруссии. И она стала рассказывать. Я так любила Слово Божие. Я подходила к отцу Пафнутию и говорила: батюшка, а как это вот понимать? Да, Авдотья, ну зачем тебе? Ты ходишь в храм, ходишь, исповедуешься, причащаешься. Что тебе еще надо-то? Я раза три подходила. И однажды стучаться в дверь, я открыла две приятно одетые девушки. И говорят: а вы хотите Слово Божие знать? Библию? Заходите, родные. Все, она еговистка теперь, свидетельница Иеговы. И Златоуст говорит: одна душа погибнет по твоей небрежности, просто тебе некогда было. Тебе всей жизни не хватит рассчитаться. За нее умер Христос. Я говорю вам, будьте осторожны со временем. Находите время заниматься с детьми. Бегают рядом. Пригласи ребенка к себе. Взрослые, сестры, вы дома. Договоритесь между собой. Хотя бы кратко, пусть на 5 минут на молитву вместе, совместно молитву. О чем согласитесь двое или трое молиться. И дело-то будет по-другому. Мы вот каждый раз приходим и благодарим Бога: Господи, как ты нам позволил это сделать? Мы никак не думали. И по прудам, там, по дороге, там, Бог дает помощь. Чтобы в деле Господнем мы точно так же были. Я говорю о вас, которых немножко знаю. Вы способны на это. Вы верующие. Поближе друг к другу подойдите. Какой-то сестры не было или брата. Почему? Может, к нему надо пройти человека три и вместе помолиться, больше ничего не надо говорить. Да поможет нам Господь усвоить это и наследовать жизнь вечную. Аминь.